В этом году появилась отличная возможность поехать по России и посмотреть места новые, которые в другие времена мы, может быть, и не посетили бы. И когда я решила для себя именно выбрала поездку именно на Алтай, то мой муж мне сказал: ты, привыкшая к 5 звездам, ты вообще знаешь, куда ты едешь? На что ты подписываешься? Вот, то есть этот отдых не 5-звездочного отеля, но этот отдых именно дает энергетику, и каждому из нас в какой-то период жизни это очень нужно. Я очень рада, что у меня появилась такая возможность побывать в таком замечательном, энергичном, воодушевляющем туре. Я очень благодарна организаторам за предоставленную возможность. Очень все понравилось, все с большой заботой и вниманием к каждому. Очень много красивых мест, которые меня воодушевили, дали мне энергию. И я бы очень рекомендовала каждому испытать себя в подобном туре, потому что для меня это был новый опыт. Думала, не смогу, не справлюсь. Но, в общем, все получилось. И от этого еще как бы интересней. Я шла именно в горы, я их получила. Вот, и очень здорово. Спасибо большое.